анонс 7 и 8 серии 2 сезона сериала «Холодные берега. Возвращение». В 7 серии близкие люди Алины продолжают гибнуть от рук изворотливого серийного убийцы. Кто будет следующим? Больше всего на свете Алина боится, что жертвой станет ее сын Антон. Она понимает, что единственный способ вывести из себя убийц, чтобы он начал совершать ошибки, лишить любимой игрушки. Алине придется исчезнуть. В 8 серии Алине наконец открывается шокирующая правда о личности преступника. Вот на кого она точно ни за что бы не подумала. Но, возможно, уже слишком поздно. Преступник похитил ее сына. И теперь Алину и Антона спасет только чудо. Посмотреть заключительные серии вы сможете 17 февраля.